Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами снова Домастер. И сегодня, мои самые дорогие друзья, я расскажу вам интересную информацию. Это видео было записано до того, как криптогород был уничтожен, поэтому вы видите его в таком первоначальном начальном состоянии, пока он еще не уничтожен. Знаете, что я вам хочу сказать? Вы, наверное, уже в курсе, да, что криптогород взорвался, вот, и все очень плохо, и кажется, криптогороду пришел конец. И я предлагаю вам провести эти выходные вместе со мной и вместе с криптогородом. В общем-то, какую тему я придумал, я просто спрашивал людей на стриме, хотят ли они такую штуку, и все сказали, да, хотим. И, в общем-то, я предлагаю вам вместе со мной, значит, да, и с другими ребятками посмотреть залпом все серии криптогорода на этих выходных. В общем-то, как мы это будем делать, я запускаю стрим завтра на стримкрафте, в субботу. Вот, я запускаю стрим на стримкрафте в 10 часов утра. Ссылочку на него я оставлю в описании. Вообще советую смотреть с мобильного телефона, потому что с компа будет не очень удобно. Там у них мобильное приложение, оно очень крутое. Веб-версия у них пока что немного лагучая, а вот мобильная версия прямо классная. Ссылочку на приложение я оставлю в описании, можете там еще мой промокодик ввести, я буду вам за это благодарен. В общем-то, с 10 часов утра до где-то 9-10 вечера будет идти стрим в субботу. И оставшиеся серии, если мы не успеем посмотреть эти серии за субботу, будет еще идти стрим тоже с 10 утра в воскресенье. Но если мы, конечно, все серии посмотрим в субботу, тогда все отлично. В общем-то, все серии, которые мы записывали с Аидом по криптогороду, будем смотреть в режиме онлайн подряд, прям по очереди. Я, конечно же, ничего говорить на стриме не буду, будут идти только серии. Я буду общаться в чатике с вами. Может что-то писать, вместе с вами вспоминать, ностальгировать. Те, кто хотят посмотреть и поностальгировать, может быть не все, может какие-то серии отдельные и так далее. Вместе с нами поделиться своими впечатлениями, прокомментировать, посмеяться над какими-то фейлами, которые у нас были в старых сериях Криптогорода. Или если вы не смотрели Криптогород с самого начала, вам интересно узнать всю эту историю, не знаю, погрузиться в эту всю легенду о Криптогороде, погрузиться в атмосферу, то приходите завтра в 10 часов утра на StreamCraft, на стрим, ссылочку я оставлю в описании. Обязательно советую, прямо рекомендую скачать их приложение, потому что через приложение точно будет все окей, не будет никаких лагов. Единственное, что я вам скажу, если у вас будут какие-то лаги или подтормаживания, то советую все-таки это, как бы, качество поменьше сделать, потому что у меня все в порядке, у других чуваков тоже все в порядке. Все, завтра в 10 утра будет этот эвент, ссылочку оставлю в описании, короче, приходите, чуваки. Вот такой вот анонсик я решил сделать, такую вот информацию вам рассказать, надеюсь, вам это интересно, потому что я сам хочу пересмотреть Криптогород. Я, конечно, все примерно помню, что-то как было, но хочется пересмотреть некоторые моменты, когда там еще были банды, разборки, там, похищение Кондитян и многое-многое-многое другое. О чем-то вы уже, наверное, забыли, и хочется освежить вашу память и освежить свою память, вспомнить, как все начиналось в Криптогороде, как мы с Славой приехали всего лишь соткой долларов в этот Криптогород и начали майнить свою первую крипту. По-моему, это будет достаточно интересно и прикольно. Если вы за эту тему, если вы тоже хотите погрузиться и проностальгировать на этих выходных вместе с нами, с остальными такими же чуваками, которые жаждут ностальгии, то, как бы, welcome, дорогие друзья, welcome, я вас жду, я вас приглашаю, потому что, по-моему, это будет очень здорово и интересно. Вот такая вот информация, поэтому, ребята, давайте, не сидите завтра, все равно холодно на улице, вот, я не знаю, как у вас там холодно, но у меня холодно, я, наверное, буду весь день дома сидеть. Поэтому, как бы, проностальгировать и посмотреть все серии Криптогорода будет достаточно неплохо. Такая вот инфа, поэтому давайте еще расскажите своим друзьям, кто Криптогород смотрит. Может, кому-то тоже будет интересно посмотреть с самого начала. Или если ваши друзья не смотрят, можете показать им, чтобы они вместе с нами сидели с самого начала смотрели, это будет очень круто. Ну что ж, это все, дорогие друзья, вот такая вот информация для вас, да, ссылочка есть, будет в описании, там, где будет идти трансляция. На этом я с вами прощаюсь, с вами был ДМ, увидимся с вами, значит, завтра на просмотре всех серий Криптогорода подряд. Ну, а это все, всем удачи, всем пока-пока.